В Московском областном центре охраны материнства и детства состоялась показная тренировка по действиям руководства и персонала в условиях техногенной чрезвычайной ситуации. Мероприятие включило в себя теоретическую и практическую части. Московский областной центр охраны материнства и детства выбрали в качестве площадки для проведения тренинга не случайно. Во время рождественских праздников медицинские учреждения города Люберцы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Авария на электростанции оставила без электричества весь городской округ. Руководители и персонал провели в этот день слаженную работу. Благодаря грамотным действиям никто из пациентов не пострадал. Теперь люберецким врачам есть чем поделиться с коллегами, которые приехали на учения из различных городов Московской области. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, конечно, самое главное – это действие персонала. Это то, что персонал четко должен знать, что он будет делать, как он будет делать, в какой последовательности и когда, для того, чтобы можно было спасти всех наших пациентов и, естественно, спасти персонал. Для того, чтобы наглядно показать коллегам, как нужно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, сотрудники центра подготовили фильм, в котором подробно показаны действия персонала внутри больницы. После того, как произошла эвакуация пациента, в обязательном порядке идет осмотр всех помещений, чтобы, не дай бог, не остался ни один ребенок. И происходит эвакуация пациентов. А действия медицинских работников уже за пределами больницы показали в реальности. По легенде, на третьем этаже стационара произошло задымление. После эвакуации пациентов заведующие отделениями докладывают о проделанной работе. 24 пациента эвакуированы в Дзержинскую городскую больницу. Весь медперсонал покинул отделение, все помещения отделения свободны. В это время сотрудники МЧС выводят двух пациентов, которые остались в другом отделении. Пострадавшего забирает карета медицины катастроф. В результате слаженной работы всех структур помещение больницы полностью освобождается. Центр охраны материнства и детства выполнил полностью очень хорошо то поручение, которое было сделано министром здравоохранения Московской области. Сегодняшнее мероприятие прошло все отлажено. Все временные сроки по эвакуации были соблюдены. Подобные учения прошли в Московской области впервые. Министерство здравоохранения поставило задачу. Мероприятие должно проводиться ежегодно в различных больницах региона. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.